початку, що ви думаєте з приводу звільнення Залужного? Ми не розуміємо ваш язик. Який? Українською? Да. До побачення. Піздець нагой, блять! Тому що ви нападаєте на мою дитину, понятно? Вашу дитину? Да, да, на мою дитину. Вона має право розмовляти. Ви не махайте руками перед моєю дитиною, поняла? Я розмовляю українською. Та ти що? А ти що думаєш, що ти елітна, якщо ти розмовляєш? Да. До побачення. До побачення. Ты что, вообще кончена? Ты кончена. Пошли вон, ты что, вообще? Дура. Да пошли вон. Тихо! Тап и Настя, я их прекрасно знаю. Люди как бы популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. Они, да, ну, они хорошие люди, но могли бы в Тернополе спеть и на украинском языке, или по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар? На нет, у них нету, но могли бы напрячься, потому да. Что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют, и сразу... Ну, Кобзон сам Бог велел. Он, ну да, и сразу всем приятно, и естественно... Людям это очень нравится, потому что это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и не поет на местном языке, то он рискует получить такие штуки, дивиденды, потому что оно как бы надо учитывать настроение народа. Take a number, I was lightning before the thunder.